Все новые детали для БелАЗа обязательно проходят испытания вот здесь, в так называемом экспериментальном цехе. Здесь над ними жестоко издеваются, ну, то есть проводят тесты. Сжимают, растягивают, проверяют на прочность, износостойкость и так далее. В общем, прежде чем вот такая, например, шестеренка пойдет в серию, здесь беспощадно уничтожат примерно сотню таких прототипов.